Как проходят аграрные реформы страны? Каковы потребности казахстанцев в продуктах питания и сырье? И в каком состоянии отечественный аул? Ответы на эти и другие вопросы в ближайшие 5 минут в программе «Агросектор». Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Не дадим исчезнуть белому золоту земли. Сотни дикхан Южного Казахстана получили выгодные кредиты на выращивание хлопка. Образовательные гранты на сельскохозяйственные науки. Государство решает проблему дефицита кадров на селе. В Южном Казахстане начался посев хлопка. Стоит отметить, что в нынешнем году площадь хлопчатника сокращена до 10 тысяч гектаров. Тем не менее, эта культура не лишила своего гордого названия «белое золото земли». По-прежнему хлопководство является важнейшей отраслью в сельском хозяйстве региона. О том, какую поддержку оказывает государство дикханам, в материале нашего корреспондента. 500 миллионов тенге было выделено на посев хлопчатника в 2015 году Фондом финансовой поддержки сельского хозяйства. Средства выдавались дикханам через микрокредитную организацию РС. С данной компанией наш фонд сотрудничает уже длительное время. За это время было профинансировано порядка 1,5 миллиарда тенге. На эти деньги было засеяно более 35 тысяч гектаров хлопчатника. И деньги получили 1865 конечных заемщиков. Хлопководство является приоритетной областью сельского хозяйства в южных регионах страны. Удельный вес хлопка сырца в общем объеме валовой продукции сельского хозяйства Южно-Казахстанской области составляет 17%. Эта отрасль занимает одно из ведущих мест в экономике стран и определяет потенциальную мощь любого государства наравне с хлебом, металлом, энергетикой и нефтью. Острую нехватку квалифицированных кадров испытывает сельскохозяйственный сектор страны. Проблема прежде всего в специфике отрасли. Поэтому государство ежегодно выделяет образовательные гранты для умных и талантливых ребят, желающих развивать аграрную отрасль. В нынешнем учебном году 2650 студентов обучается сельскохозяйственным и ветеринарным наукам за счет бюджета страны. Аделет – студент 3-го курса Казахского агротехнического университета. Наш герой приехал в столицу из Актобе и поступил в высшее учебное заведение на грант. Помимо бесплатных знаний, государство ежемесячно выплачивает ему стипендию в размере 16 500 тенге. Аделет считает, что, получив образование инженера, он сможет найти достойную работу в аграрном секторе страны. Мы, будущие специалисты, должны эту отрасль возвышить. Потому что в Казахстане сейчас аграрный сектор является самым большим. На своих занятиях молодые инженеры собирают, разбирают и диагностируют сельскохозяйственную технику. Тестовые тракторы завозятся из Беларуси, другие машины из Китая. По программе академической мобильности 50 студентов ежегодно обучаются в вузах Беларуси, а также проходят практику на крупнейших белорусских заводах. В будущем выпускники технических специальностей, машиностроители, инженеры-механики смогут получить работу в различных сферах. Продукты питания – это главное оружие в будущем. У кого есть продукты, с теми будут считаться. У нас земля, все есть, и нам стоит заниматься сельским хозяйством, развивать сельское хозяйство, кадры готовить для этого. Поэтому, я думаю, все молодежи нашей надо выбрать агроинженерные специальности, связанные с сельским хозяйством, с машиностроением. Это их будущее. По данным Министерства образования и науки Казахстана, на технические науки и технологии в нынешнем учебном году было выделено 12 тысяч грантов, 2650 на сельскохозяйственные и ветеринарные науки. В Казахском агротехническом университете имени Сакена Сейфуллина на бесплатной основе обучается более 4,5 тысяч студентов. Из них порядка 3,5 тысяч – студенты технического, агрономического и ветеринарного факультетов. Будем надеяться, что эти ребята уже через год пополнят ряды тех, кто поднимает казахстанский аул и понимает, что за ним большое будущее. На этом пока все. С вами была Алия Кинжибай и корреспонденты программы «Агросектор». До встречи в эфире.